Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня буду готовить очень вкусную печень по-берлински. Она получается очень мягкая, сочная и ароматная. Если вам интересно, как это готовится, оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Что же нам для этого блюда понадобится? На 500 грамм печени, печень может быть любая, говяжья, свиная и даже куриная, какую вы любите. На 500 грамм печени 2 яблока, 1 большая луковица, перец, соль по вашему вкусу, мука и масло растительное для обжаривания. Приступаем. Первое, что необходимо сделать, обжарить лук. Для того, чтобы у нас все ингредиенты пропитались, смешались вкусами, я советую поставить в духовку, разогретую на 180 градусов, минут на 5, чтобы оно немножко потоминилось. 5-10 минут, я думаю, что этого будет достаточно. Ну что ж, убираем духовку. Ну вот и все, у меня печень простояла чуть больше 5 минут в духовке. Можно подавать на стол. Надеюсь, что вам этот рецепт понравится и пригодится. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Также обратите свое внимание на ссылочки, которые находятся внизу этого видео. Возможно, там будет ваш любимый рецепт. А сейчас всем до свидания и до скорой встречи!